Да, пошел, вытерся, покупался. Ну где-нибудь, блядь, кинь. Ну кинь Ну, тут, вроде, блядь. мне кажется, уже Ну я сухая. на улице сейчас кину. Киньте, да я на улице кину. Короче, ребят, доброе утро. Машечка молодец, убирает кроватку сначала, а я заварил кофейка, чуть ли не там какой-то сделал с молоком. Вот Машеньки, вот у меня и вот какой-то есть печенька вкусная. Вчера купил с каким-то кофе, не кофе, пахнет вкусно. Угощайся, Мария. Давай вот сюда сядем. А я вам покажу, что здесь у нас происходит за горизонтом. Видели? Вот что там происходит. Да просто какой-то. Да, и смотрите, какая тут идиллия. Вот ты сидишь, это кушаешь за столиком, а там вот эта ляпота. Всем привет, всем привет. Доброе утро. Стояли прямо напротив него. У меня видос видел в инстаграме. Некогда пока смотреть. Свое столько материала не успеваю монтировать. Как-то так. На стримы залетайте. Пеший конному не товарищ, ребят. Ребятки уезжают. Может быть, в кафе встретимся. Я пойду пешочком гулять, их искать там вниз. К Манали новому. Мы сейчас в старом Манали. А первую ночку переночевали. Было офигенно, обалденно. Благодаря вот этому. Это, конечно, на 3 секунды. Все это знают, понимают. Я давно на ютубе миллион роликов смотрел. КПД низкое. Камень вчера вот поставили. А вот наш спаситель. Вот это наш спаситель. Мощный, хороший аппарат. На прогулку. Как цветы пахнут, ребят, вот это вот люцерна или как, вот эти вот розовые. И там и ромашки желтые есть. Вот сейчас вот тут кончились. Вот так они и есть. Вот это вот люцерна пахнет классно. Ой, какой запах, какой запах. Но спуск вот такой, серьезный. Серьезная зарядка и нагрузка на свет. А! Интересно, GoPro передай, стоит это. Посмотри, камни блестят. Видишь, ты идешь на плюху, блеск, ребят, изучаем блеск. Блестки разбросаны, все. Да, кварц, кварцевое вкрапление. Я догнал ребят, я думал, они уже кушают, в кафешке сидят. Говорю, как пахнет травка там, да, какая-то люцернель. Да, да. Потому что природа наша, мать, родина вся. Мы родились на этом земном шаре. Весь земной шар это и есть наша родина. Надо ее любить, всю природу, и не разделять. Вот в России ее лучше или в Индии. Приблизь к камере моей. Вот, ребят, смотрите. Видно или нет? Я нет, тут перестало быть видно вообще. Вот, ну, наверное, будет видно. Ну, вот, в принципе, ребят, когда если байк снять, то после вот этой дорожки уже даже можно ездить на байке. Вот, там типа конечная. Водичка течет. Намасте. Здесь всегда девчонки стираются. Мы всегда на это смотрим. Ну, хоть какой-то контент, да, ребят? Но все-таки. Все-таки, наверное, где... Земля. Смотри, земляника растет. Земляника растет, представляете? Это не земляника. Это земляника. А что это такое? Это земляника, это какие-то ягоды. Она
дискуссия. Ну, вот. Лайк. Лайк, репост, подписка. Ссылка. Ссылка на донат в описании. Это тебе земляника. А сейчас включу HDR. Вот это было не HDR, сейчас включу HDR. Блин, ребятки, кажется, настройки были сбиты, даже было не 4К, а 1080 всего, офигеть. От этого лоханулся. Сейчас включил HDR, 4К вроде как, 50 кадров. GoPro, стоп видео. Соломка для скотины. Много вон там соломки. Пахнет так. А вот же сама скотина. Скотина. Трава растет, как дичка. И тут много он домиков, все сдается, все в ебучих местах, все ебучие виды. Ой, извините за мат. А вот по этой улочке я не ходил, кажется, в него. А, ну это дорога на рок-кафе, понял. Но они же вниз поехали. Уж. Они же поехали вниз. Что ты? И машины, и тук-туки носятся, мама не горюй. Надо идти когда-то. То они будут ехать долго. Гляньте, какие красивые вязаные изделия. Поехали вниз, ладно. Сот 50 метров вниз идти, например. Дома Шизгена, они на байке уехали.
А потом мне говорят, со мной в треке не походишь. Угу. Тут без них походишь. Вот смотрите, коробки. Кайф, деревня. Врач. How much? 40. जब आएंगे वो तब समझो Мне, наверное, куда-то не туда иду. Ой, как пахнет навозом, блядь, приятно, ёбаный рот. Родная деревня бабушки. Ой, бля, какой запах. И ты дал, срезал кружочек. Намасте. 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 Где дорога? Фронтовая. Намасте. Ты, мне кажется, я заблудился. Стрелка, да? Сюда, зачем сюда? А, типа это проход к какому-то кафе? Или что? Или как? Вилочь какой-то. Тут же вилочь на вилочи. Тут прям колодец как сразу. Ну что, я тут буду делать дальше. Маки, гляньте, раз. Какая красота. Блять. Пур-пур. Вот, пожалуйста. Сузучки развернулась. А тут рент-байка. Может снять? А то я пешком тут офигею. I need rent scooter. How are you? Good, thank you.
My English is not very bad, sorry. Yeah, it's okay. I need bike. Scooter. Moped. Yeah, okay. One day, two days? How much today? Today, okay. See, normal we charge 600, but today day over, so I give today for 500. Today 500. Yeah, like 500 today? One day 500. Yeah, one day 500. Today 1000. Yes. Yeah, no, for actually today it will be 1100 because today hour less, tomorrow hour more. So today 500, tomorrow 600. Total 1100. Oh, блин, expensive price. Actually, quality bike, new bike. That's why. You get helmet, old bike. Yeah, helmet possible. To new helmet. Не надо ван helmet. Yeah, no problem. New helmet, new bike. See, I'll show you bike also. Расчетный час. Когда начинается? My friend. This one new. When does checkout time start? Ну смотри, сейчас вот. Like for hotel or for bike? Sorry, Антон, скажи, говори сюда. You are system rehta hai. Morning 9 a.m. लो, शाम के 9 p.m. तक one day दिला जाता है. उसके ऊपर अगर 9 p.m. to 9 a.m. हो जाता है, तो एक दिन और है. 9 p.m. से 10 बज गया लाते लाते. आप मुझे inform कर लो, मुझे inform करो पहले कि भैया मेरे को late हो रहा है. My friend, am I busy? Is good, no? This one better, but whichever you want, I give, no problem. I clean for you also. I clean. А этот petrol yeah. Full, no? Petrol. No. Petrol only petrol pump. Little petrol only. You have petrol? We sell liter. Expensive. Price more. You can go till petrol pump, no issue. Where is the mall road? Pe. सबसे पास वाला मॉल रोड पे भी मिलेगा आपको हाईवे पे भी मिलेगा टोटल चार पेट्रोल पंप है короче чуть не снял а я забыл что я дома забыл права показать ему вот эти самодельные распечатанные на фотошопе они у меня дома значит сегодня наверное не судьба пойти надо покушать поискать обратно чтобы их никто не спиздил сейчас проверим пока еще не взяли. Я думаю, за 200 рупий я могу и вниз съездить, и потом наверх, но я не покатаюсь. Может, с ребятами куда-то съездить, в какую-нибудь интересную деревню. Верно, верно. Тут ко мне повыше, наверное. Намасте. Good place. Окей, этот. Здесь cold. Hot. Да, ребят, good place. Даже пока в кафе сходишь. Охуеешь. Здравствуйте. Кашка знаменитая. Аромат стоит неописуемый. Да, ребят, я уже минут 10 иду после того ролика другого. Вот какой-то рок.
Здесь мне нравилось сидеть вечером. Ой, блядь, какой запах стоит. Как будто шоколадный кейк. Горячий. Запах горячего шоколада. Это не жарит этот нут, это какой-то орех в большой кастрюле. Искусство, ребят, чикен бирьяни принесли, я в ахуе. Вкуснятина, наверное, пиздец. Очень красиво выглядит. 850 рупий. Что там было? Чикен бирьяни, капучино, шоколадный кейк и 90 грамм Old Monk. Ой, сейчас даже пройтись, кайф, знаете ли. Что, интернет пропадет? Не пропадет? Домой вверх. Намасте. Пицца, омлет, маги. Намасте. Пицца possible? Готовлю только местную еду, говорит. Блять, его такая калёва. Давай еще раз скажи. Му. Скажи еще раз. Му. Худая только что-то. В какахах сидит своих. А какой запах. Это кашка цветет. Акация. Вообще запах пушка. А я прошел дорогу к дому. Все время писал, что ли, блядь? Я в ахуе. Борцон в кафе, блядь.
Борт. Коттедж пение птиц. Вот он наш современный коттедж. Все в цветах, в яблоневых садах. Коттедж Бёрдсон. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن